Еще раз. Идет первый Лем. Сначала Тандер. Потом Руты. Потом подходит маг, продлевает новый. Руты замедляют. Там маг может конус холода дать. Какой-то точечный контроль, если есть. Видите, если много там 4-5 мобов заходит, вы можете точечные станы дать свои. Изгнания на локах. Третья вообще. Третья аура у нас у одного паладина. Он ему отдавал. 4 минуты класса, мы идем на пол, вы перебивать или нет? Да я не знаю, у нас 4 хила. Есть смысл ДДшник дать. Пока тут можно и без фласки этого босса убить, если кончится не страшно. На хиле. Главное на ДДшнике, чтобы был. Все готовы. Даю отсчет. Я вообще на 20% побежал, бро, и ебал. Чуть-чуть подвинься к печеньке по возможности, пока нет падения. Шло падение. Тандерить, залить вместе. Босс, если что, протаскивать. Там пачка заходит, 3 моба. Ну, будете трэш доливать? Замедлять дальше, контролить, нет? Что он бежит, блядь? Падение. 4, 3, 2, 1. Так, фаза 20%. 25 вообще. Ну, будет падение еще. Раз. Раз. И фаза. 5, 4, 3, 2, 1. Ага. Побежали. Побежали сразу. Блять, я чё не... Ой, блять. Да. Я знаю, ты далеко. Сейчас, может, успею, я погоди, успеваю вроде. Ускоряйте её, ускоряйте. Да ладно, я над вами приорал, я специально туда побежал, блять. Тут можно успеть, на. Ты заебал, делай как я. Ладно, смотрим, где усталость. Ярость последняя, усталость. Предпоследняя для рейда будет. Еще раз. Хейт Юмам и слабый дух. Идите контролить. Азур и страйк на подстраховке под босса. Смотрим падение. Пошло падение. Жаль. Стоп-каст единственное, я не посмотрел, где был у вас команда. Успелим. Мейден. Вот сейчас вы будете перебегать, ты можешь тотем оков оставить на ходу, чтобы он их подзамедлил. А потом обновить уже и зарубить. Падение. Стоим. Жившее пламя пошло.
Так, Геру нажмем. Что, тут скинем? Это еще долго, это же обманка, походу. Да, это обманка, долго. Отворачивайся, okay. Главное. А печеньку встаньте. Смотрите сами. Геру давайте там. Фи, развернулись. Геру нажми. О, падение. Перебежали. Отвернулись. И вагоны, это пиздец. Для магу поднять, для новых. Сейчас. Это падение нормально, наверное, сейчас. Да, стойте, а, стойте. Хватает падение, ушли. Печеньку вставили. Побежали. Печеньки вставили. Жившее пламя этих. Топнуть. Один пускай идет. Пусть идет, да. Куда он не пойдет? Он там останется. Законтрольте? Контроль. Законтрольте. Все, все. Залток, Алар. Смотрите. Одна рука, вторая рука. Одна и та же. Отказывайтесь. Плута, отказывайтесь. И обе правые. Да, вис. Да, вообще разъем. Да, это чтобы если тебя вдруг спросят, был ли ты вока, ты им на нахуй две штуки сразу. Все, идем в целом. Кто выиграл, говорите. Девочка. Hate you, mom. А нет, hate you, mom. Пойдем дальше или смысла нет? Может, ТГ лучше да сходим? Пошли, реально. Пошли. Ну, робота он хотя бы повыносить на внимание. Смысл от этого робота? Он нужен, а зачем он идти сюда? Не нужен. Пойдем ТГ, бля. Короче. Все, да пойдем ТГ. Какой это ТГ? Бля, ЕП будет? Да, ЕП это будет. Да, блядь. ТГ. А, что-то ТГ? Да. Что-то ТГ, я вам 50 ЕП дам, кто останется, и все. Да, не хочу. Какой ЕП за ТТГ вы рофлите, блядь? Ну какой ТТГ, хорошо, в принципе, хорошо. А ты говоришь, что ты говоришь, что ЕГП тогда нет, будешь просто. Не хотите, не идите, я пугов доберу, да схожу, мне похуй. Время еще есть. Так, что там еще какое-то говно вам надо, или это все трэш? Ну давайте котенка паролим. Блять, сколько кому хотел. Да призвать этого котенка и танцевать возле статуэтки солнцеворота. Ну ладно, давай по приколу. Может, кому надо. Сейчас всем ты чё, это ж 25 LDL. Это пот. Ну ладно, сразу тебе на обе руки закину. На обе правые руки? Ну он просто обратной стороной оденешь, ничего страшного. Я так уже слышал, короче, ТТГ, это 15 минут побыстро. Если, зашли, если, вышли если, его. Если, если. Ну вообще нет. Нет. ТГ 15 минут. Вы знаю. Так, сейчас я продам. Мне собаки, только раскоставки. ПК собаки. Не, ну вообще босс Ивока это ЕП тоже самое хотя бы. Ну 200 ЕП я не считаю тоже, да, что стоит ради него усираться. Просто оставляем одного за дверью. Вот у нас 24 тем более. Ну что, все прям пойдут, что ли? Я уже бегу с мой. А что, у нас полчаса еще РТ, да? У нас еще полтора часа. Полтора. Да. Мы пошли еще... БСХМ просто. Да нет. Да-да-да. Да, ебать, а что, может, ЦЛК ебанем? Там токены на Т4. Бля, ну, кстати, если сейчас брать РСХМ, вот, допустим, у нас там человек 10 с пугами, такой рофл будет, я вам отвечаю. Да-да-да, рофл, лучше молчи. Ну, я бы не рискнул, ну. Я лучше на это такое время потратил. Да, ну нахуй не нужно просто. Дать лут. Ну, пойдемте, блядь. Вдруг там чарка выпадет, блядь, нормальная, нахуй.
Ты не на статы носите в чарки. Там нет чарок нормально. Че, бары тоже? Че, короче, рейдовер или пошли РС-ку? Ну че нахуй делать? Нахуй это РС, ТТГ пойдем. Десятку хотя бы. Я вообще там ни разу не был и не хочу. Давай сначала хоть что-то одно из этого пройдем. Нахуй нам три танка, блядь, на ТТГ расскажут кто-нибудь? Три танка можно чипы поделать. В углу постоять. Короче. Кир, я могу магом пойти? Ща, я на мейн зайду. Хотите, вы только ливните отсюда тем, кто не идет. Вот по офулись, ладно. Я кто вот офулись, я забыл. А проще вообще репати сделать. Давайте репати сделаем. Стой, стой, стой. Не уходи, бог. Проще, лучше бы ЦЛК собрал, отпиздили бы. Реально. Да-да, чё. Я говорю, а можно ТЦ? Да можно. Прям можно. О, халява. Я похилю. Я похилю, ты иди туда. Не, ну мы вдвоем тогда похилим. Чё тебе надо, Мортарас? В смысле, мы в ТТГ идем. Так я с собой, я иду, я понимаю. Ну так вот, и идем в ТТГ сумонить, а мы репати только прости. А-а-а. Ну просто чтоб лок был, понял? Я Лукас. Да, я понял. Я понял, пошли. Я на ДКшку зайду, сейчас плюсануть. Если за ЕП, то тогда шо? Да вы не за ЕП, я так понял. Я какой ЕП, вы рофлите? Не, ну если бы было 25 человек с рейда, с гильдии, конечно. Мы сейчас будем на собаке сидеть час. Да все за твинов сейчас зайдут. Пиво не хочет идти, охуеть, блядь. Бля, я там ни разу не был, понимаешь? Хули там быть? Мартас, стыкни, пожалуйста. Мартас, блядь. А, что? А, стыкни, сумон, я свалю. Да я тут куда? Брюли свеч. Да, у тебя ж тени, а нет даже. Короче, у нас собирается уже 25-ка. По-братски, даю всем ассистов. Ребят, хочу немного передохнуть, дойти. Доберите, помогите рейд. Сейчас один анрол, я скажу, кто нужен сейчас, 30 секунд. Кто просит пати, кто просит пати в гильдии, кидайте пати, я пока рейд перекидаю. Пожалуй, не забудьте писать, что один анрол. Один анрол, да, все, как надо, делайте там, блядь, вы знаете, как делать. Этому вас учить не надо, я думаю. Да, да. По хилам я хил, аминь хил. Я хил. Защитан хил. И хил... Это девочка Трабл, да? А, Сатирус. Все, лох, я ливаю. Соси Бибруна. Так, в смысле два ДЦ? Ничего не знаю, я в ДЦ. Я уже брюли свичну, а это голда, так что спекать. Танки, милики. Ой, блядь, я вардынский ебал. А у тебя Бори ДД, да? Понял. Да, да. Слышь, Мортар? А, в чем разница десятки и двадцать пятки? Ни в чем. Уровень. Там 10 человек, да, будет, а там 25, да, короче. Ну, может, какие-то новые, не знаю, винты. 25 людей, 24 рядом, а не 9. Шмотки 271, 284. Там, ну, это типа, ты ж можешь... Блин, я бы, блин, жалко. Дайте пати людям, короче, у всех ассисты. Кто-то, ой, помогите жалко добрать ЛФГ, я сейчас подойду 5 минут буквально и будем вместе добирать. Давайте всем просто писать, чтобы... Просто заставить. Начните в ЛФГ сбор. У нас Кир, есть Кир, два Кир, танка Кир, есть. Кир. Да-да. Вы куда собрались? ТТГ. А, ну если хочешь, я зайду. Ну если тебе ДК надо же. Да мне похуй. Могу на пресс зайти. Ну два танка у нас по сути есть, Бьорн и Шилдмейд. Мне не там. Не хочешь, один, заходи, кем ты, кем хочешь, без разницы. Там один танк нужен, нахуя два танка. А кто нам нужен? Сейчас нужны ДД и, возможно, один хил любой эрдру. Один хил и дохуища ДД, чтоб, блядь, жопу. Да, все, ща приду, 5 минут плюс-минус. Рейд уж соберется, наверное. Анрол один, все, я отошел. Фиан, там сейчас 7 мут. Ну, мы сходили в ЗС и Алара убили. А на остальных Вока не захотел никто идти. Я хотел, блядь, но... И был выбор между ТТГ, короче, и РСХМ. И выбрали ТТГ. Ничего, впереди еще БСК. Сомните, пожалуйста. Мне кажется, у нас больше шансов закрыть таким составом, что сейчас у нас есть, чем с Пугами. Мордрес. А, шо? Ничего. Как показала дневная практика, ТТГ-25 очень сложный инст. Собака, да?
Это ТГ собака, очень сложно подбежать на костюм. Тихо. Мы же погибли здесь, сожили, правильно? Да, пошли они нахуй. Как-то грубо, по-моему. Умерли от этого, от коста собаки, не отбежал. Минус 100 кровов, блядь, за ОД идут. У меня прикольно было, короче, когда ты с каким-то челом ходил, и он говорит, кто, короче, мертвый на всех боссах, лут не ролит. Нормальная тема. Я сегодня, блядь, 1/7 рейдовую ДПС нанес, блядь. И что-то так прям погрустнело. Где же ты, новый микрофон? Нет, тот же. Ты на 80, ты такой громкий, пиздец. Да, я просто его к себе развернул. Обычно у тебя... Всю жизнь сидел с развернутым микрофоном. Мне просто правда, что-то все такие громкие, орут, ничего не понятно. В смысле громкий? Ты просто перекрикивай. Во, и тебя тоже это потише сделал. Орешь, что-то капец. Да. Так, может, у тебя просто звук на компьютере громко включен? Ну вот реально, Дискорд на 200. Да не прав. Викуля. А. Может быть, ты просто почистила наушники от всякой гадости? Там всякие комочки шерсти в наушниках. Нет, я просто уши по утрам чищу. Все нормально. Кусочек завтрака, заныканный в наушник. Что такое завтрак, Паша? Ты вообще о чем? Из-за того, что нормальные люди перед работой делают. Это такая работа. Понятно. Школота. Не школота, просто... Просто, да. Да. Просто самозанятая, Вик. Сильная и независимая. Нет. А, да. Ого, 15. Конечно. Нет, 14. 15,5, ладно. 15,5, да. Сиськи все равно не скинет, не надейся. Паша. Сиськи, блядь, пошлите трэш чистить. В смысле не скину, Паш, ты че? В смысле не скину, просто не тебе. Ладно. Поставьте шкаф. Да, ёп, в смысле? Поехали, трэш. Мне нельзя скидывать, там Настя убьет. А, ну вчера, ладно, не важно. Он лишь бы сиськи увидеть, я богу. Так вот Лорань лагает, блядь. Пайка за сиськи, ну ты что шутишь, блин? В интернете бесплатно можно. Бля, бесплатно. Но это же, ну, типа, чужие, а тут ты знаешь кого. Да, на локации интернета, тогда и все. Типа ты хотел, получил. Только за эти ты деньги платишь. Но в этом-то и смысл, понимаешь? Если ты заплатил, то получается твое. Бля, плохой из меня продажник, Вик, сори. Да, хотел пополам поделить. А, да? Пополам. Ну а что, с меня продажи сиськи? Давай тебя продадим пополам, сумму денег. Не, ну а что, тебе ничего не надо даже делать. Там природа все сделает. Да найди какую-нибудь картинку в интернете, да скажем, что ты. Джейса! Пизды получишь, только пусть, блядь. Сковородка полетит за тобой, понятно? То есть не рассетка, а что угодно нарисовать. Как говорил один пьяный бомж, как говорил, пизды получить не стрёмно, стрёмно получить пиздюлей. Угу. Угу. Тут два танка не надо, кстати. Так, а в чем разница? Вот отпустил его на неделю, называется, на Ардот, он, видишь, уже это, шуточки не смешные начал шутить, блядь. Бля, все забыли эту шутку, забыли. Я молчу. Записано. Я буду прокручивать ее, короче, я скину в Дискорд. Это так же, как мой анекдот про грустных девочек. Да-да-да, кстати. Он был легендарный. Я недавно искала стрим... Ой, стрим, что? Скрин в этой самой...
Кря-кря. Где искала? А, в Дискорде, вот. И я так и не нашла его. Я не помню уже, почему. Что за скрин-то? Ну, а, когда я в Рукар рассказывала всем этот анекдот. Точно, точно. Тут все так же, как и в 20... в десятке? Да, yeah. Так же ебёт почему-то. Нихуя конечно. Я просто не понимаю, чем вы умираете. Хороший хил, всем советую. Для смс регистрации, да? Вот поэтому она ШП. Я тоже такая один. О, не-не. Проводим. Не, ну ты же не зря начал эту тему, рассказывай давай. Я не буду что-то рассказывать, я стесняюсь. Да не, я думаю. Не, ты чего? Цирк. 8, кто твой позор не вспомнит. Это там клоуны ебутся, не? Выходит, два паладина из бара, да? Бля, вот это долгая подготовка к анекдоту, вот это прям, а? Забайтил, как, короче, типа в анекдоте. Сидят двое, спорят, один говорит: я могу скопать огород за 3 дня. Второй говорит: а я за 2. Копай. Все, да, на этом конец? Ой, бля. Это было вступление. Короче, рассказываю анекдот. Цирк. Представление. Спасибо, клоун. Выходит конферансье и объявляет: дамы и господа, сейчас перед вами выступит трио эквилибристов. Прошу. Выходят эквилибристы. Тут из зала голос: а, эквилибристы, пидорасы. Нацепили колготки, как бабы. Эквилибристам стало неудобно. Они стушевались, ну и плохо выступили и ушли. Опять выходит конферансье и объявляет: дамы и господа, сейчас перед вами выступят клоуны. Встречайте. Только выходят клоуны, и опять из зала голос: а, клоуны, пидорасы. Накрасили рожи, как бабы. Клоунам тоже стало неудобно, та же фигня, обиделись и ушли. В третий раз выходит конферансье и говорит: дамы и господа, сейчас смертельный номер. Прыжок из-под купола цирка головой на железобетонную плиту выполняет самый храбрый человек в мире. Голос из зала: ай, пидорасы, куда вы меня тащите? Что? Слабо, если честно. Ну, какая-то такая неловкая тишина. Я бы на первом слове вот это вот акрерсинвице, вот я бы уже там запнулась, и весь анекдот бы пропал. Скажи честно, только скажи честно, ты, короче, читал его, правда? Да, да, читал. Слушай, кстати говоря, он не смешной на самом деле, но... Да ладно. Я почему? Это просто единственное, которое знаю, да? Не, ну просто, может, это типа когда-то реально так было, типа кого-то там скинули. Он в какой-то там 18 веке приехали, короче, вы что, типа там оскорбляете? Нас вообще там много. Он раньше как-то это по-другому написан был, там поинтереснее было. Ну что, РЛ придет, блядь, распределит нахуй, это помой. Да я вроде тут. Я думал, нормально. Не пуги, не пуги, а пугачи. Это мне в ретрика или кто там, блядь? Я единственный тот момент с меткой не помню, блядь. Поезда доджем. С меткой? Если не помнишь, в любой непонятной ситуации ты можешь просто убежать, типа, куда. Убежать и умереть, let's go. Ну да, да. Я останавливаю порт. Нормально. Чуть что на меня вешается, я туда. Да пофигу. Бля, они даже распределились нормально, все, блядь. Без лишних слов. Так, по хилам, кто где похилит? Я похилю с Аминью слева, а два хулипала справа, соответственно. Да, уже так стоят. Самый важный вопрос на шамане. Рандомный мудак? Да. Смоленск? Понятно, возьму. Пойду искать, где эта хуйня под жопу поставить тотемы. Чарка на тапках интересная. Далеко. Все, он нашел. Не, ну тут шаманов несколько. Да все, давайте. Хорошо, я понимал, сегодня днем, вот в 20:00, было 2 шамана, одно хуйло ставило вот там, где у нас крест стоит, в том ебаном углу, и оно не доставало до рейда. Второе хуйло
противоположном углу ставила, она тоже нихуя ни до кого не доставала. То есть просто вот два дауна, блядь, на шаманах. Там надо каску в пороге обновить. Ауру от огня нужно. Я поставлю. На Мортресе? Чё? Кому СС? Так, чё, кто там? Все были готовы. Да? Да хила кинг какому-нибудь. Короче, танк у нас, знаете, кто вар дает отсчет. Надеюсь, не сорву сразу нахуй. Срывай нахуй. Псалю. Понял, срываю нахуй. Опа, КМРЛ, ВО. Да нормально, нормально. Господи, я скинусь так, и у меня просто начало копиться, я специально это сделал. Специально на Аларе не в ту сторону побежал, специально стаки. И специально успел при этом все, да? Если есть альва, дайте по первому, пожалуйста. Беги, малышка! Сотрясающе. Это надо уходить, милики, если что. Похуй. Зеленых делить. ДЦ не зря в рейде есть, нахуй уходить. Да глобус, дай, блять, хей, ты че, ебаный вагон? Так анонса не был. Не доиграл, не правда. Да, понял, понял. Полностью оправдан. Так, скоро паровозы вроде. Вот они. Я в пизду, я сейв даю. Пойди. И гейзеры у синих. Последний герой. Остаться в живых. Берегитесь. Я там первый убьет. Все, осталось два милика. Ну что, РДД живы и нормально. Как мы делить будем? Че, БР хоть один есть у нас вообще? Бьорн, кого можешь резать из нормального ДД? Да, не, я никуда не пойду, сами там делитесь. АБС, да, наверное. Я сильнее. Из этих ров надо убегать. Да, вот так и запланировано. Что... Да, но мы не могли вчетвером. Вчетвером три поделить мы никак. Мысли не видели, тут некому делить. Ну, да пусть не делят, похуй. Все нормально, я специально, чтобы никого не убить при этом. А, у меня зеленая появилась, хорош. Берегите. Каким образом? Народами. Если все фиолетовые мертвые. А когда встает БРом или что-то, может кинуться там... не фиолетовая, а зеленая. Ну, вроде пережили. Да, да. Очень странно. Я вообще не ебу, что делать. Это твое нормальное состояние, смогу. Так, кто-то меня спасет. У меня ОКДВЛа нет. Помолите. Ты никому не... Блять, только что откадешь, когда бил. Ой, ты хуйня. Заебись, мне пизда. О! Опа, конфликт, конфликт. Почти. Давайте, два миллиона. Да не, добьют, добьют, нормально. Бьёрн медведя хуярит уже, все нормально. Хотя себя спас его, нет. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Правильно. Тапки. Слабый мах на первом месте умер. Так, что тапки? Говорите, что анролить вам надо, я не знаю. Да, потом, потом посмотрим, что выпадет дальше. Да потом собирай все, в конце разроли. Да. Леха, тебе не стыдно? Да, на мне там все говно было. А это тебя не оправдывает, нихуя. Я ищу по фреймам, где Джессик, чтобы ПС-очку впихнуть, а он, блядь, первый. До меня дошло только в конце. Я смотрю, в детейлсе есть Джесси. Думаю, блядь, где он здесь? То есть все это время ты думала и просто не давала ни в кого ПС-ку? Да. А у меня в детейлсе он первый все равно. Лучше. Вопросы? Думала. Это что за хрень? О, Петр. Роль. Пуля. Это пэт для мужчин. Акцент второго сразу, не? Дайте мне я языку отправлю, блядь. За салоку. Извините. Говорил второго, мать второго. Ха-ха-ха!
Стой, а ты же ты Warcraft стримишь, правильно? Блядь. Ну, Warcraft, не Starcraft, да? Не, Starcraft, он второй говорит же, что я. Ну, у него не только Варик, у него не только Варик. А, понял. Я думал, ты Варик стримишь, а он такой, бля, хуёво ты в Starcraft играешь, будто оно. Ну, в принципе, похож, да? Я в Starcraft, короче, ну, типа, не играл, но мне, как все, кто играли, рассказывал, что, типа, первый какой-то посложнее, короче, чем второй. Что те, кто во второй переходили с первого, те, типа, нормально с этим спали. Максим, ты в тот-то играл? Ну, да, там да. Просто упростили групповой контроль. Да. Юнитов. Ну, ты понимаешь, да, что это то же самое, как бы, первая дота, вторая дота, вторая дота, помойка, первая дота. Ну, просто там чисто больше управлением она удобней. Дайте рыбу. Да, сейчас. Дайте лампу. Вик, Вик, пожалуйста. Как сказать? Оформите лампу. Миша, спасибо. Поехали. Волонир, блядь. Бафнуть надо было, да? Да. Ты уже бафнул. Я могу еще. Герус полный жмите. Мне кажется, Кирилл Сухоню специально делает, чтобы стаки спали. Да, конечно. Пиздец. Лёш, ну ты это, не говори ничего, ладно? Ладно. Спасибо. Ты взяла поиску в тотем? Кто ж знал, кто ж знал? Поиску в тотем. Да бля, непредсказуемые вот эти вот шаманы. Да-да-да. Можешь не выбегать там, похит. Выбегать? Лёх, пора ник менять на второй. Да я хуёво прожал всё, блядь. Сейчас посмотрим, подожди. Сейчас подожди, да. Ты пока натакаешься, уже босс упадёт. Нет. Я просто параллельно ещё курю, как бы, да? Ты понимаешь? Ой-ой, да, конечно, я всё понимаю. Глянем на кто. Анекдоты читают. Вообще на третьего надо было. С третьего десятки правности, нет? А, нет, все-таки первый, Паш. Да? Ну там где-то вот это подсосал последнюю ключ. Да, да, я, блядь, я молился, чтобы у меня успел взрыв дать. Примерно настолько он и залетел. Да. Надо было пэта анролить. Нет, это отчаянно. Ты что, вот нечего, что ли, анролить, да? А что там, хуйня? Не знаю, я кожаные штаны, смотрю, если у кого нету этого, это шестого, то кожаные штаны нормально. Не похуй, хуйня бесполезная, я бы сказал. Че? Тебя подряд лупают. А какой кусок на цета? На это так, не те шматки там какие. Там наролить крит или СПТ, че? Ну, ботинки выпали с СПД. Че за ботинки? Ну, кольчужные. Ну, нормально, че там. Да. Жалко, у нас шампанов не там. Танковские латы. Сапоги. Ну, что-то... Отсюда что-то может выпасть, поясочек, да? И... Пояс, да, ну, угу. Пояс, сапоги. Вот бы посох бы выпал, а? Я, блядь, какой нахуй посох, ты чё, блядь? Трифовый. Тебе топорик надо. Ну он уже не выпадет, вот если ему не падает. Вы хотите бить вот по этой гейской системе передвижения РТД по кругу? Да. А ты надеешься, что все будут выбегать в сторону? Я пошёл в Долоран, он куда-нибудь с другой стороны встану. Да не, ну я простая. Го пиздится. А, ясно, ладно. А метки чё? Да забей. Куда выносить приблизительно потом, а, когда она стакает? Окей.
Мы уже начали, хоть сказали. Просыпайся. Мы начали, Морд. Там не выносит он, но поздно. Сейчас разорвется Амиль, осторожно, Амиль. Блядь. У меня ДБМ. Поэтому я и говорю. Давайте я схибу в два ранку этих вот людей непонятных. Снова на того же. И он вас выносит прям. Нихуя их. Дерни босс, шел. Да, не, наоборот, отсюда, наверное. Да-да-да, от нас. Туда, к дальней стене, короче. А тут, тут лучше осветить. Я фер не увидел. Спасибо. Не, не Кэтлин, ну, ладно. Похуй уже. Вон там нормально рога сдох. Долбоёб. Берегитесь. Чё, РС-ку? Я да. ХМ-ку? Самогон, твой контент, да, пошёл? Да, да, да. Уступлю по РЛ-ли самогону. Не-не-не. А это ещё скажи, это CLK-25. Я сегодня там уже был. Джайна. Фир. Ты чё-то поздно, блядь, говоришь, Фир. За 2 секунды, блядь, не сказал. Или рано, или поздно. Я сам себе это сказал. О, у меня есть это, слышь, я продляю, короче, Халеона. Да ты третий раз. Ты чего продляешь, ты их там? Халеон остался жив, мы не убили? Да, да, да. Год назад, да, кстати, да. Тир, 3 секунды, блядь. Не успею. Нормально. О, поясок, кстати. О, поясок. На рогу, на медведя, типа. Да. А, ясно. И посох, кстати, древковый. Ну, на Бьорна, типа. Посох, ну да, Бьорн. И тот посох. Бьорн тебе надо пояс? У него вроде есть. У него есть, да, у него есть. Че, типа, ничего не анролить, что ли? Да. Ну, пусть в гильдию линканут, если кому-то что-то надо, пусть линканут. Ну, тогда лучше мне в личку линканить. В смысле возвращение домой? Че такое? РС? А. Портал в Толорант. Наберут, блядь, по объявлению каких-то бомжей с Орды, которые портал даже поставить не могут. А где хоть юмам, блядь? А тебе не нужен дабл-шмот, а может там какую-нибудь вторую чарку заролить, типа? О, можно вторую кату вам пойти закрыть за щитами? Пошлите. Он просил. Прикинь, Рейла, там Аленчик. О, тапки на танках хочет. А, в шатрата можно. Одни тапки, да, как с каким проком тут тебе полезнее? Рунический удар, блядь, или похуй какие дать, да? Ну, да на руник дай. Ну, он, конечно. Он посос. На танка там надо пойти чарком. Давай на руник. Уменьшение урона там от 2 до 10. Вам там написали. Я думал, чё? Короче, танки, танковские одни боты анролл. Там чел не понимает, короче, что лут ролится после. Ты просто линканул, мне написал, что он... Там... Ну, вот этот кожаный пояс можно... Ну, ватный пояс не был с первого босса, по-моему. Или он танковский там? Ну, на танках надо ролить этот. Ну, забрали, мне написали первый, кто на танка, все, я сделал анрол. Самое интересное, что ты, короче, это написал на архоскорпийском, и тебя почти никто не понял, наверное. Ну, блядь. Машинки. Наверное, пинцетом или машинки специальные. Триммер, блин, купи и не парься. А, погоди. Кому как по кайфу, наверное, нет?
По идее, точно думаю. Начинают, ну, типа, отрастать, если ты прям с корнем выдергиваешь это все, пока вырастет снова. А там ты, типа, только сверху постригаешь, оно, типа, сразу же дальше начинает расти. Ну да. Я без понятия. Ой, какая разница. В салонах работает. У нас тут лок есть где рядом? Ебаш воском. А чё надо? Как вытащить потом? Мартекс, погнали, слетаем до камня. А, где? Бля, ливни и чек не сам, я пока... А, его поставили, понял, спасибо. И ты говоришь на палочку, как будто это, типа, общеизвестные факты, понял? Просто все каждый день так делают. Ну тогда так и делают. Ну да. Не то. Кого сумонить, кто идет в такую кату? Такие девочки. Куда идти? В такую кату убиваем. Тут блядь. Один босс должен. Отпустите пиздец. 5 на 5. Да мы тебе ДЦ уже разрешили спехнуться, все, хватит. Пиздец, уже еще сумонят. Эйка, как Солока? Солока в рот напихали только в путь. Все нормально. Для людей непривычно от тебя слышать таким голосом такие фразы. Это токсик был, да? Да, блядь, нет. Я ж не могу понять, где. Это звучит как будто что-то с мультика, короче. А что сделать, если я поднял руку, нахуй? Ну, типа, я поднял, и что? И как ты поймешь, типа, кто поднял? Нет. Да-да-да. Типа, я молча поднял бы. Зигхай. Кто? Что ты сказал? Зигмуты? Грабандиты. Это, короче, похоже на что-то с мультика Чип и Дейл. Вот по-любому что-то с мультика Чип и Дейл. Это те, кто поля грабит. Да нет, ну поля бандиты. Не, агры. Хватит меня самонить, не тут пиздата. На 10 метров от нас. А, погоди, ты про этот... Как Epic NPC Man, короче, вот это. А, у нас там есть, ну нет? Да, конечно, все знают. Я просто грабандит. Да, танки делись. Да, топовые челы, ты что, там куча охрененных видосов с ними. Мой любимый, короче, про типичная механика в ролевых RPG, типа. Я вообще, да. Я... А, так ты, ну, типа, просто этих челов. Да, да. Я тоже было залипал, короче, не знаю, пару недель, наверное. Их там столько много уже. И до сих пор выходят. Я плюс ночью. Я тут всех людей сумонил, это ж половина, короче, из гильдии, они не понимают, куда. Я тоже понял, ты вычислил. А я, ну, типа, просто... У нас есть, нет? По хилботу всех сумоню, кого не тут. Миша, ты клоун, ты понял? Цена. Танка есть. Цена, говорит. Миш, продай ему, у нас прибыль пополам. Миша, продай ему. 100 голды? Нет, 1000 голды или полтора. Можешь или вообще... 5000 можешь, ёбну. Кому плюс? Кому плюс? Мы так по ночам в десятках людей разводили раньше. А он, кстати, желтеньким стал. Его покрасили, да? Теперь он не агрится. Чё, мелкие попиздюлились на X1 от него? На X5 скорее. Не, на X1. Там хакашеры эти, как умирают же. Да. Скорее всего, они их заставили покрасить. Мне рассказывали, там баг, короче, ты в локацию следующую заходишь, тебя убивают от падения. Да там просто люди ходят пешком и умирают от падения. Мне сегодня тоже знакомый рассказывал, умер на 50 уровне, просто типа. И шел, споткнулся, от падения умер. Так, дайте еще раз. Я видел, что... Смех чела от костра, другой чел сдохнул, выпил зелье, которое убивает тебя. Да-да-да, от костра, блядь. О, MVP сервера — это лаги, второе место занимает стежок. Утопление, блядь, пизда, сколько там было, просто утопление, чел, утопление. А как же подгород? Слушай, да. А лифт подгород, да? Да-да-да. Тоже легенда.
Я помню магию после бедра. Сразу. Типа, вы когда-нибудь качались, умирали от падения на Сирусе? Я вообще не встречал. Кто на ДК, там увеличенный урон от падения, понимаешь? Ты просто спрыгнешь, типа, откуда, вот типа, с холмика какого-то, там, где, типа, от камня, ты спрыгнул вниз, ты умер от падения. Поэтому надо быть паладином и давать себе, блядь, ёбаную корону. Лоха ебаного. Ебать, я залагал. Люди просто на кораблике, на фуникулёре там в этом, как его локация. Фуникулёре. Прыгивают, суицид вниз, да? Справа снизу в Нордсколе, типа, вот они приехали уже и просто не сходят пешком по этой платформе деревянной. Выходит, выходит в цирк. Мне вообще рассказывали, ну, видос скидывали, где русские на фе классике писали американцам, типа, быстрый кач, там, ТП-шка, все такое, и это такое. Ха, я видел. И скидывал, и скидывали все стол просто, блядь. ТП-шка, и ТП-шка просто, типа, на краю сразу появлялся. В пиратскую бухту там, где играли. А еще можно на арену Гурубашу присумонить тоже, кикнуть и спать, и убить нахуй. Ритм крепкий, а? Мы такие жестокие. Мы так делали на циркуле, это пиздец. Господи, ты на циркуле играл? Ну, я передача, один играл, там это, считай, не циркуле, тут другой реалм был. Это они просто как рекламили. А самое клевое, что они еще сделали? Она и была циркулем. На циркуле играл, это так звучит, блядь, будто за то, что ты на циркуле играешь, тебя, блядь, в жопу ебут каждый день, ну пиздец. Ну, в целом. Я сказала, потому что я не знала, что он играл. Ну, отчасти, на самом деле, так оно и происходило, блядь. Больше половины сервера и на циркуле играли, и где-то не играли. Ну да. А ты просто не я это вообще как предвзято к этому не отношусь, не бог. Да не бегайте вы, блядь, от него. Чем бы вы там ни занимались, мы же в игру играем все-таки, а не в реальном. Да. Циркл все люди разные, это по факту. Его циркуль топ. Циркумфлекс. Что ты так делаешь? Циркумфлекс. Блядь. О. Прилетело чипалаха. Че там, где больше никакой карты? Здесь должен был быть танк, да? Это пизданет. Малара, надо кому-то? Мне Малар нужен. Алло. Пошлите Малара. Меня тут заебались с РС-кой, вы не представляете. А, в РС-ку идем? Хорошо, я... Нахуй тебе и РС-ка. Да я не знаю, нахуй, но ребята... Они не прибегут на первом драконе, блядь. Мне нужен Октавиан, пошлите на Октавиана. Пойдемте, пойдемте. Мне надо 20 гвардейцев убить, ребята. Ну собирайте, у нас вон танки есть. Пока собирайте, дайте, короче. Кстати, почему нет такой шоколадки? Один на сумму Малара. У нас тип нахуй с алфавит. Тип с ЛФГ убил Инфердоса и потом спросил, а нахуй мы его убивали, ебать? Потому что можем. Мы сильные. Мы сейчас идем в Штормград прыгать куда там, в Аргримар. Ну вот допустим, в РС у нас вот так танк, или там Бьорн, кто-нибудь из них, там по идее на мобов не нужен третий танк, там милики вы танк. Какой мобов, там босс. Там нет, рядом, короче, с этим, нет. Рядом с Сатургатой был... Ты понимаешь, что в РС нужно уметь двигаться по часовой стрелке и видеть ебаные шары? Это непроходимый контент для танков, блядь, о чем? Ну посмотрим, научились ли они тут видеть или нет. Танка? Я потанчу тьму тебе. Я недавно танчил, нормально, пошлите. Я лично потанчу тебе тьму. Ну хорошо, ну, собирай, будешь анонсить, я там где-то во тьме, в свету, точнее, поговорю с под метеор, блядь, а ты во тьме. Кирилл. Да, зергом. А куда что все ушли, алло, а ну возвращайте. А еще Леху точно не стоит брать, потому они, что... Они думают, те, кто ушли, они думают, что это шутка. Да. И очень надеются, скорее, свалить, если вдруг это не шутка. Не, ну кто либо передумал, вы можете плюсануть. Ну кто, Риана? Просто кинь мне Релла, чтобы КД повешал. Блин, там вообще ничего нет интересного, конечно. Танка-чешка. Танка-чешка передъяли, чё? Нет. Лёха просто диспелить там не умеет, поэтому... Ты не понимаешь, да, да, как... Его можно убить за 15 минут вместе с трэшем, но это не значит, что он убивается. Я на этом... На Увове в этой РС ёбаный каждый день ходил нахуй на протяжении лет двух. Да там хуёво работало всё. Успокойся, там не было работы. Видите, кто-то на Малара суман. Потому что я тоже туда ходил, блядь, и столько же. Ну... Какой Малара, блядь? Ну, то, что влечение было комнат на его никогда, ты помнишь, да, об этом?
Да помню. Я помню, как, блядь, там вообще, в принципе, охуенно было, когда они новое ядро въебали, блядь, и просто РС ваншотал, блядь. Заходишь, тебя Халик так лапкой шлеп, такой, а, окей. Дверью ошибся, просто. Да, пойду отсюда нахуй. Стены огненные не падали, блядь, ко второму ему приходилось через, блядь, это, через ВХ заходить, блядь. Сноуборд, брат. Классный. Растимар, мне Актарион. В смысле, брат, меня 20 раз, блядь, перебили. Сколько можно орать? Какой нахуй саундборд? В смысле, тебя не слышно было? Ты вообще ничего не говорила. Все, мать нахуй. Киря меня прекрасно слышал, а вы, блядь, не слышали. Ксюша. Я должна... Здравствуйте. Ксюша. Тут когда? День ИП за второй кадр. Ксюша. Я на РС. Ксюша. А чё? Стой, подожди, а как так? Почему 3 из 4 убиты? Типа тут миников больше нет? Да, 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 там миников нет. Да, да. Паша. Левую руку на правую сиську, правую руку на левую сиську. Собирай, говорит, блядь. Ты меня стращал на эту хуйню, вот и собирай. ЕП было бы, если бы это ставилось... Да, это было спонтанно. Нет. Да? Я что, просто так зашла? Да. А ты какая, это чей-то твин или пух? Твин, твин. Это мой твин. Так что, ХМ, РС или это обычка или что? Да ХМ, КХМ, нахуй нам обычка. Там тем более это чешка, блядь, нахуй. Стоит ХМ. А, кстати, дайте я на Мишку зайду, танковскую. Обычка, чешку. Может, еще десятка. Я тоже паролю вообще. Кстати. Ну, вот паролем вместе с тобой. Я на Эртру. Чешку. Я за КП, если да, как раз хилы нужны заходить. На Эртру сайт вообще. Давай, давай. Как раз Эрдру нужен, да. Зачем тебе хиловская чешка на рестор друида, блядь? Потому что у меня там ничего нет. Мордрус, нахуй ты вышел, ты бы соло тьму убил и тебя. Вот, закину его во второй статике, будет там много разных три. Так, Ксюх, локом с нами хочешь пойти? Я хочу монетку собрать. Приятного. Я надеюсь, ты кушаешь, да, сейчас? Да, я кушаю, спасибо. Ну ладно. Приятного аппетита. Спасибо. Вот она с набитым ртом говорила, а мы не слышали. Ну что ты можешь? Вот она в чем проблема. С нормальным, не забитым ртом я говорила. Да-да. Че, ты будешь там собирать кого? ДД нам нужны в основном. Туда хуй не нужны, блядь. Ты хочешь пойти вот так в 5 человек, блядь? Ну ты свет похилишь, блядь. Но меньше инвалидов. Полипал похилит тьму, нахуй. Ну вон, давай, блядь, в принципе, морда. Да. Если дамаг есть нормально, то может. Так, так не работает, что полипал хилит. Мне кажется. По тьму мы отправим, наверное, одного мага. Пизда. Не хватит. А может мы заходим, типа, зайдем все во тьму, типа, а потом выйдем в свет. А потом выйдем, как тебе мысли. Ну да. Бурстом, ну... Бля, что по-нормальному убить было, не? Да, в пизду. Ну по-нормальному порофлить можно было бы, да. А так просто, если не добирать пугов, то лучше бурстом. Подожди, сложный вопрос, где вход, блядь, слева, да? Бля, суманите нахуй, а то я хуй знает там, где. Я вижу свет в конце туннеля. А что у нас, блядь, лок в Экзодаре делает? А что за наебало? Я в Озаренах делаю, блин. Это, короче, у кого-то КД уже они смогли убить, типа, ну и осталось. Миников. Охуеть можно. Так, Бьорн на мага. Ну чё, я не знаю, мы бурстом тогда делаем. Заебали перебивать, короче, защиту, разберешься сам. Ну пока что мы никак не убиваем, не так, не так. Каким бурстом? В 11 человек прикурим, нахуй. Да не-не-не, мы если по обычной тактике, то мы убьем в 11 человек. Да. Да. Ну давай, ладно, по обычному. Чёрта с два, кто тебе голема будет заливать там свету? Так, короче. Ну чё им заливать? Свету да, танчит не. Горис. Потанчит. И Миликом будет танчить... Бля, у нас Милика нет второго свету. Танчит мобов маленьких. Под боссом. Зачем тебе танчить? Не заливают, то пиздец. Ну если мне в ДД, то есть танк, ему в танк аспектнулся потанчить их мобов. Не надо, там можно. Да не, танчить вот. Точно не надо. Там главное вытянуть есть. Адского большого танку. А, ну Войд же есть. Поймайте Добби. ДД у меня нет ПВЕшного сейчас. Если да. Что, на Войда напулите мелкий трэш. Просто. У меня ДД же нет ПВЕшного. Так, ну и во тьме еще подамажит с первым. Какой-нибудь хант. Давай тексте пойдет. А так мы на туре один человек пойдем? 14. А нет, вон там и на бар сейчас зайдет, в принципе, он и побьет с ним вдвоем.
Типа диспелит, чтоб хил не напрягался. Да, Мишенька? Угу. Ну, конечно. Кто где хилит, короче? Почему? Ну, я раскинул вот на тьму первой, второй пати. Бля, где вход? Слева. 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 Я даже не знаю, куда лететь. О, повезло. Мы локасом. Там, где БС-ка. Там, где... Напротив БС-ки. Все, понял. Вроде бы. Напротив пустая. Левее. Да сейчас будет изи, чё ты. Да. Да, да, да. Сейчас 2 будет изи. Сейчас я первым умру от метеора. Скажу, так и надо было. Давно будет это сделать. И пойду спать, блядь. Я вас засейвил. Да я что-то такое видел не раз. Ты знаешь, что интересно? Вот они лепят кастомных ездовых. Почему не въебать ездового Халика? А кого? Еще раз повтори. Ездового Халиона, блядь. Ну что мешает нам добавить? Ну, мешает, никто не донатит. Задонати, скажи, я хочу Галеона. И все, они тебе сделают. Да, желательно пиздец, блядь, весь кастом. Асмири, как там понял называется? Асмири? Кусок говна, который за дебло давался на Афе, называется он. Они, наверное, не создали ни одной модели. То есть это же все спизжено. Так это все на Офе есть. Ну, отчасти, да. Защитан, ты в ШП пойдешь во тьму тоже хит давать. Вот может быть, байк метр или кто он там? А че, может, вы там Тиме? Еще кто-то с гильдии подтянете? Да реально, там 20. Я, короче, полигоны. Всех приглашаю подряд. А, блядь, нет ассиста. Короче, смотри, защитан. Кстати, когда пройдет прямо на базе, я бы прямо там, где стоит босс. Ставь мне на бара меточку. Как мед один входит на цель? Я вот что хочу узнать, когда вот это можно будет купить или как получить. И такой же есть агдинский. Кого? Ну, я скинул в гильдию. А я не в сиди, просто персонаж. Да, такая же. Ну, скорее всего, за ПУП. В рейд скинь. Линканите в рейд. Так прикольно. Линкануть, ша, линкану. Ну, за это, короче, на Афе это давали... Конкурс устраивали в реале. Делали вот таких 2 мотоцикла, ордынский и альянсовский. Альянсовский победил, его дали бесплатно всем. Ордынский, по-моему, за сотку или наоборот. Там, я не помню уже, кто победил. Что за дискриминация? Ну, вот так. Мы же победили. По-моему, Орды победил, а у Альянса он столько сырей стоил. О, тогда нормально. Альянс, сосед. Сосед. Это никто не... Маша, это знаешь. Нет, 5. На Афе можно было квест сделать, где ты медузу получаешь в пятером. Если вы все в пятером, у вас скорость увеличивается, ну, за каждого члена экипажа. И могут только кто делал квест сидеть там. Новый человек, новый заново квест проходит. Так, ладно, кто в эту в хуйню проваливается во тьму? Первая, вторая пати. Ну. Не я там хилю, или ты? А первая пати это типа один танчик? Может их в чё, вам 2 хила, что ли, надо во тьму? Я в соло справлюсь. Охуя, там одного хила нет, хватит. Нет, просто ты или я? Нет, там хулипал. А? Просто тотемы же работают на 2 фазы вроде как. Нет. Нет, не работают. Нет, точно. Если работали, то это пофиксили. Ну, я не знаю, мне смысл есть сюда пойти с вами побегать. Ты тут, по идее, в соло прохиливаешь свет, но... Я думаю, без это тотема да. Вы справитесь во тьме, там магам особо оно не надо. Блядь, куда встать? Да, дай быть. Ну, блядь, давай поменяем тогда Ксюху вместо Инабара. Кто будет кливать тут, кливайте. Не, наоборот, да. Уж лучше Инабара. Ну, я и говорю. Чего? Кого? Почему его второй пати? Мне куда? Вы и без тотемов там справитесь нормально. Ну, правильно, не нужны. Короче, сейчас на пулы на медведя. Мы все были готовы. Ой, мисс Клик, сори. Дает счет. Третья пати в свету, да? Третья, четвертая пати, пятая это свет. Я уже вижу, кто не переживет это тему. Будем стоять, не обязательно у него тренер ровный. Да хуй там, у меня руки все есть.
все. Пиздуйте нахуй тут. Снапул дайте на Войда мелкого трэша, дождиком под босса, под кости. Большого забрал, с маленьким не разберете. Еще на дерби дал валик. Они не откидываются. Те, которые под ебалом долго бьются. Адская, адская. Все нормально, ну все хватает, бейте. Фаза 2, ход у танка. Тут много. Поставил? Да. Все заходят или нет? Сейчас по идее все должны были. Все, ДДшки заходите. Я останусь тут, идите все. С танком. Может тоже похилить пойти. Поиграйте там эти хуйни. Кто-нибудь тут есть люди, которые не знают. Что... Лезвие 10 типа. Вот это наши шарики. Вот это наши шарики. Все, с ними двигаем. Подкручиваемся, да? Да. Подкручиваемся. Нормально пережили. Назад вынесли. Ну, ты спать. Кильте мне. Тух, оставишь там тотемы. Миш, скинь агро. Первый должен. На ход лезвий. Вот это вы рановато стреляли. Да. Хуёвый диспел максимально, я вышел в свет. Вышел вовремя. А потому что он сразу выходил. А не, чего не выходит? Не соберу всех. Не, мы ж не зерхаем, вы там до конца во тьме, а мы тут сверху, ну типа по тактике. Ну только тут мобов никому бить. Да не, все, убегаем, надо падать. Да в смысле? Это обычно, но я заебусь тут диспелить, блядь. Пиво тут, хейт ю мам тут, блядь, в тьме. Да я не бью, вот еще без хила я пришли сверху. Господа, вторые лезвия, портальчик, выход, блядь. Вы не остаетесь? У меня один вышел. Какая-то дичь у нас. Че, упадите там? Кто там не умирает? Че, мне в этот раз давай, Мортрис, ты останешься, я зайду. Дичь, что резко в 14 человек? Знаю, ты как хочешь. Дело-то в том, что меня там диспелили прям в рейде. Ну ладно. Давай тогда так же. Дайте мамонт. На тебе живс. На тебе дырок динозавра. Че, богатый что ли? Динозавра это 300 этих. Да, баджи и дельца. Что, времени? Нет, осуждаю. Че, тебе нет? Не. Это вроде быстро переводим. Фазы 25%, если что. Он дает второе лезвие, по второму лезвию вы выходите параллельно в портал, который появляется сразу. Он появляется на ход лезвия, блядь. Там главное, чтобы медведь не проебался, что портал ну, под сейчас... ебалом был. Ну, сейчас портал под ебучкой был. Ну, там надо танку разворачивать. Сейчас он стоял хуёво. То есть, если было бы дыхание, то было бы бобо. Надо было чуть довернуть его к дереву. Какому из, блядь, четырех? Которая с правой... Давай протянем маленько. С правого полужопи от медведя, скажем так. Выбирай. Настрой. Куда? Да, в спад. Долоран! Дальше, Долоран! Краю! Перебегаем. Все, беги к нам. О-о-о. Так, у него есть хвост, блядь, есть что? Это ебаный дракон.
фазу. Боится им воспользоваться. Почему я один огонь пишу? Неправда, я тоже. Танк зашел? Танк. Да, да, да. А ты вот так решил? Ладно. Я подключу. Он просто криво стоял. На той стороне стоишь ШП. Ну похуй. Не, тут нормально. Вот эти сейчас будут наши. Следующие, видите, вот подходят. Я не вижу, я по тебе ориентируюсь, честно. Вот они наши, подкручиваемся. Подкручиваемся, подкручиваемся, ребята. Сейчас я протяну маленько. Там хуйню надо вынести на себя, его на пол корпуса. Ты как-то сильно... Не, нормально. Перед нет, выходом, Ксюх, дашь им Геру. Сейчас лезвие будет. Да, 5 секунд. Чекс, ты выжиг. Все, следующий портал, выходи. Материалку перегибаете, можно в это выйти? Выходите. О, пизда на. Бля. А чё вы не выходите? Вы чё, блядь, угораете? А только что появились, куда вы выходите? Понял. Если вы не выходите, вы не бейте, потому что вы перегибаете материалку. Вот поэтому я остался справа, блядь. Чё, опять умирать? Да, конечно. Танка сложила, пока я дебаф выносил, нахуй. Короче, я не буду прыгать во тьму, я всю эту останусь. Понятно. Потому что вы слабые. С тобой. Баф интеллекта не помогает от мага. Я немного не отдала. Как вообще было? Если дракон становится прозрачным, значит хуёво. 70% это вообще хуйня в этом гире. Танк похую должно быть вообще. Вот я выбежал, пока вернулся, я не успел его захитить. Ну он не прожал. Ксюша, на 50% выходишь. Вот так бил. Выхожу в свет. Да. Хорошо. И выходите не под лицом. Есть портал либо в жопе, либо сбоку. То есть если сбоку вы по ближнему заходите, а если параллельно, то под жопу идете, а не под ебало. А то сейчас захуярено. Если бы дыхание было, вы бы... Сейчас бас просто криво пиздец стоял. Сними свою павука, блядь. Павук. Не, ну можно по жесткой тактике еще. Сначала на фул его нахуярить во тьме, потом всем выйти. Да, это просто надо просто нормально жить все. Дай ассиста. Дай ассист. Ассист! Пушп. Ништяк. Не, я поставлю, но там портал был, там где метка ты сейчас поставил. Ну там есть. Обычно, если ты слышишь, что выходят тьмы и портал, просто босса... Портал будет вот здесь. Все. Портал будет давайте вот здесь, где луна. Там чуть-чуть босса подвернуть надо. Ну типа ты смотришь, где портал, отворачиваешь от портала. Чтобы туда не шло дыхание. Чем? То есть, это, слышишь, говорит, смотри, например, вот пока мы не вышли, да? Портал и ориентируйся, вот которые стоят, они сначала другие будут, а потом, если подгибало, просто подверни его и вообще не надо ничего придумывать. Дверь на позицию, давай. Дергани его. Сейчас. Дыхание. Вы типа летаете, да? Теорист.
Типа фаза. Заебись. Бля, ну агро сорвал. Падать? Конечно, падать. Бля, вот дайте, чтобы на полю хотя бы. Да, эта штука помогает. Но не, они типа зашли, я только поставил его, без кнопки нажал, что даже на пол не пошел, они умерли, потом нахуй пошли. Для справки, агро нулится нахуй на танк, когда он туда заходит, он с нуля его набивает. Я понял, мне что-то даже не проиграло, что я срываю, потому что этот помин лагает иногда почему-то. Ладно, ладно, я скажу, если что. Он там не багается. У меня 0% на всех пока сбывало. Ну, всегда ты заходишь, ты меня заходишь, Макс. Нет, нет, не багается, нормально все. Ну, ладно, ничего. Мы же сильные. Волевые. Угу. Чё, как думаете, сколько... На сколько травы хватит сильных и волевых? Блин, я... Ладно, я последний хотел. Тот накосячил сам. А чего вы, кстати, не на маунтах? Да нормально, убить? Просто это самое. Соберитесь. Там же если остается, если быстро забежать-то. Зачем? Не знаю, так удобнее. Чтоб не было вот такой хуйни. Ну, он сейчас нормально. Да-да, заебись. Славик, пару шагов надо сделать. Не пейте сейчас, подождите. Не могу. Я создан для того, чтобы жать кнопки. Это наше лезвие. А у нас время РТ идет, кстати, крутите, будет? Крутитесь, ребята. Быстрее бегите, за штан. Скоро там смотрите по процентам. И как выходить. 8%. У меня еще не показывают проценты, поэтому вы говорите, когда... 8%. 6% сейчас выйдет, появится там. Готовьтесь, 4%. Пожирание души. Сейчас вторые лезвия, до них выход. Лезвие применения. Все, фаз. Вышел босс. Ты его крутишь, интересно. А чё умер, блядь? Ну потому что лезвие, потому что либо под хвост мы бы отошли, либо подъебало. Давайте, короче, один разочек попробуем зерхом. Раз вы так... Ну что, разочек попробуйте, не умирать. Чего не можете? Дай-ка я в пизду зайду, посмотрю, как вы там давай. Бегаете, блядь. А ты не, просто не повернули. Я буду бэрить тех, кто типа будет умирать. Я похуй там. Как не повернули, сейчас посмотрим. Ну так, мне пришлось бы либо заводить весь рейд под этот, под ебало, чтобы они умерли от дыхания, либо под хвост, чтобы они улетели куда-то. Да, вообще есть такой момент. Кто забыл, как это убивается. Надо стопать. Ну я прям помню эту штуку, да, там стопали все время. Да стой, не уходи никуда, подожди, Винстон.
Последний получит. Давай ластпол, давай. Без хуйни, пожалуйста. Да, я зайду, если вы не можете там с нами. Я предлагаю, когда будет ластпол, так типа попробовать зергану. Максим, вас. Это босс на интеллект, а не зеркануть. Да нет. Видишь, не получается у нас, что поделать. Знает, я умираю последним, блядь, вместе с танком. Там тьме просто следить за шариками, и никто не умрет. Влево беги. Падень. А теперь за хвост туда, прибегай, не сюда. Что? Я убегал. Вот горе, среснешь его потом. Босс пропадет сразу резко, он был засчитан. Ну это рано, вот сейчас не надо было. Я тогда диспелил. Все, колдуй. Давайте, ребят. Первый агро. Да я скинул вроде. Вот это наши шарики, ребят, наши шарики. Вот они, наши шарики. Угу, близко стоишь. Шарик. Первый. Я бери его. Поставай. Можешь заходить. 58. Надо сейчас стопнуть. 54 стопайте. На 54 стоп. Все, стоп. Лезвие 5 секунд. Фаза. Право. Может, тьма пока не бить? Да похуй, бейте. Угу. Ну, только не надо его поебать. Охуенно мы вышли. Угу. Я его даже вообще не видел, этого босса. Да, он прикольно дышит. Блин, это порталы в других местах нахуй показывают. РС не для Сируса, нахуй. Ты гляди, чё это за бред, блядь? Да у меня порталы, блядь, других. Давайте один разочек зеркану. Просто. Да стой, не, стой. Всё. Да ну давайте один раз, ну серьёзно. Я появляюсь в свету и смотрю, уже босс мне въебал. Чё вы начинаете? Давайте, но... я... Да, блядь, порталы в других местах, я, нахуй, отображаются. Давайте, пошлите. Отвернуть от порталов, пошлите. Можно? Так, блядь, они нахуй в других местах, я их могу нахуй скрыть. Ну именно в других свету, типа вот одно, а смотри. Напротив них... Да, блядь, Лорис, просто послушай, пожалуйста. Там просто посмотри на портал, его не надо обязательно сразу же. Просто делай посерединке, и все. Даже когда у тебя порталы, которые не мешают, просто посерединке делаешь, и все. То все, уходим или что? Нет, давайте нет, еще один разочек. Один, давайте я сверганем. Я ну он уже кто-то... 20 минут еще есть. У нас сектор не закончилось. Давайте, заходи. Бля, я еще трай, мне надо срочно сходить. Давайте сумму, но в натуре последний, все, да. Шкаф. Давайте только зерганем, пожалуйста, разочек. Зачем мне попу, я метку разверну просто. Не надо, давайте один раз зерганем, пожалуйста. Так в чем смысл, блядь? Пожалуйста. Контент, который в Т-10, блядь, убивается. Ну, да что ты рассказываешь, какой в Т-10? В Т-4, не надо. Про Т-10. Ну шкаф будет, нет? Шкаф. Убивал его в Т4, когда он только появился, так что не надо. Да, бля, Т4 был другим. Жесткий был. Да и сейчас носят, конечно. Давайте, зерганем, короче, вообще все заходят, типа, внутрь, и все. Кто-то остается? Нет. Нет, никто не остается. Никто не остается. Должен потом первый танк выйти. Да, да, вот первый выйдет, потом горец. Затаунтит его, когда уже будет 100% типа вот это там. И сразу БР получится.
Да. Да-да-да. Ну просто за ним должен следом выйти хулипал. Куда? Видите, ой, не короче, хулипал, главная проблема, пил, блядь, главная проблема этого выхода в том, что когда выйдет пара людей, порталы могут поменяться местами. Вот. Поэтому... надо выйти вовремя. Да, все. Да. Так что, мы не зергаем? Зергаем. Все заходим, короче, внутрь. Ну, на пульте, а то сейчас мы этого прям умрем. Но это не считается, если мы сейчас умрем. Разверни его от нас, через хвостом ударь. Все, хуйня, давайте по новой. Да и похуй, по какой новой, тут вообще срать, как дайте он на... стоит. Все, на бар. Перебег. Осторожно, направо идем. Направо, назад. Назад, направо. Да не надо ему под 40, блять, он не всольется. Успокойся. Стоим, где стоим? Панику сыгли. Где-то там маг умирает. Нормально, я вообще не знаю, где это. Здесь пальца свинца тут. Ну, ебать, куда меня выкинул? Да, тебя выкинул. Никуда не выкинул. Раз, раз, так, мы сейчас все заходим после. Да, танка. Да, первый танк, а потом вообще все. И до 100% в материальности. Перевод. Ну, типа объем. Мне тоже заходить танк? Да, все нет. Заходят, все, никто тут не остается. А вы что, там решили постоять? Идемте ладно. По одной стороне, танк короче. Зашел, да, да. Под левый бок, вернитесь. Все, вернулись завтра. Все в одно место. Ты можешь Геру? Нет, нет, стойте, нет. Стойте. Про левее станьте, вы сильно по диагонали. Вот следующий шарик будет наш. Блядь. Хорошо, все, стойте. Вот это наши шарики, ребят, 5 секунд, подкручиваем. Все, подкручиваемся, подкручиваемся. Я не показываю, сколько там материальности. Да еще не перевели. Еще даже фазы нет. Все, стоим тут, пьем. Но мы не стопаем, мы бьем. Да, 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 до 100% материальности. Или там ноль, сколько. Там танка нет, если ты осторожно выходить. Не надо, там ничего не будет. Пока никто не выходит. Нет, никто. Кирилл, вынеси. Да я вижу, вижу. После следующих лезвий. 70%. Ничего страшного. Выходит Горец, и я за ним. Прям лучше бы хапало. Нет, не сейчас, Горец, стой, лагаю. Вернись к нам. Лезвие сейчас будет, лезвие. Все нормально, после лезвия. Я лагаю жестко. Блять, не успел. Ничего страшного. Давайте подкручиваемся. Смотрите, сейчас кто-то зайдет, Горец, вот смотри, за нами портал. Давай, выходи за нами портал. 80% еще. Да пойдет, выходи. Он перед порталом смотрит. Подкручивай босса, заходим в левый портал. Горец, зайди. Портал. Портал, он зайди портал, скорее, Горец. Давай, я уже зашел. Бейте, блять. Да. Выходим, ну, выходим. Хил. Вы четко выйдете сейчас в портале. Выходим. Да. Ну ебано, ну черт, вы не вышли. Давайте, бьем. Кто вышел? Геру. Геру. А БР можно, да? Беги, малышка, беги! КД, КД БР, не можно. Выходи, ты что там во тьме делаешь? Выходи оттуда. Выйди в любой портал, выйди в любой портал. Перебегаем. Давайте, Пиво, ты где? Я танчу. А вот ты танчишь, выйди оттуда. Надо здесь его подбивать, чтобы вам маленько... Выйди оттуда! Выйди, разбойник. Даунте босса, а Горец Берни кого-нибудь одного. Зергайте босса, пейте. Берни любого. 2 миллиона. Все, ура, убил. Фок. Шок. Ебать, еще и чешка. Подарите мне эту чешку, я ее заслужил. Не, подарите мне. Ой, плащ тоже, кстати. Все, блин, дарите. Тактика вообще. Танчи. Ролина Мортрус. Все вышли уже, короче, танчишь там. Роли на Мортуса. Бля, не дало, не дало. Да там нихуя, ебать. Только Зеро поможет, нахуй. Не, она реально нужна кому-нибудь? Да, мне нужна, да, реально. Меня нет никаких. Охуенная тренинга, бля, до сих пор. Так, ну лутер у тебя, Пиво.
А чё, кому надо? Да, текстику. Ну ты тексты вырыли, дай тексты, типа, не знаю. Мы же говорим. Да, да, как да, Хантл это заебись. У него там пламя блевотное. Да, пусть Хантл, ладно. Дайте пламя. Блядь, это ебаный, ну его нахуй. Ну ты просто когда лутера получил. Лутера мне отдай. Сейчас, спокойной ночи. Спокойной ночи, да, кстати. Всем спасибо. Да, давай. Было весело. Повторим следующий, да? Может быть. Да, для любителей пощекотать нервы. Ну это надо с пугами просто идти. Блядь, меня... Иди ты нахер этих пугов. Без них лучше. У кого? Плащ. Да. А, тебе что надо плащ закинуть, да? У меня 2-7-7. Угу. Ходил как-то с пугами, блядь, разошлись по всей карте, блядь. Так, это говно, надеюсь, никому блядь, не надо. Блядь, а плащ неплохой. Да, ёбана в рот, на Сирусе только с Гергом, блядь, все делают. Тактика хуйня. Да. А урон. Так приходится, там овергером давят, блядь, просто, и все. Потом приходят на X5, там, а хуя, как глаза, да? В опять, чё, а чё так, какая тактика? Там было заебись. Да, тут если никого нету, то он не кидает, и все. Поэтому, естественно... Кинь лутера, Сатирус. Слышишь? Он отошел уже, наверное, похуй. Угу. Ладно, чё, давайте тогда, спокойной ночи. Добрый, да, всем. Давайте. А, накатил.